Всероссийский проект «Самбо в школу» запущен в 2010 году. Эксперимент был проведен в 60 школах и 3 регионах и признан удачным. Общая физическая подготовка школьников, занимающихся самбо, значительно улучшилась. Теперь проект заработает и в Бурятии. Мы в этом виде спорта лучше. Я имею в виду и России, и Бурятии. Один Федор Емельяненко доказывает, что такое самбо. Я думаю, что эта площадка, где проходит форум, будут мнения, обсуждения, это даст толчок развития самбо в нашем регионе. В школах города занимается более 1000 воспитанников, занимаются успешно. Есть специализированная школа номер 17, она как раз по профилю у нас самбо. Сейчас самбо в стране занимается 80 регионов, работает 35 проектов самбо в школы. Для того, чтобы наши дети не только были большими спортсменами, но и могли всегда в трудную минуту и защитить себя, свою семью, ну и, конечно, если пригодится, защитить свою родину. Президент Федерации самбо России вручил сертификаты на спортивные ковры. Их получат 13 школ районов республики, в том числе 3 городские. Это развитие общей физической подготовки школьников, умение группироваться, падать, акробатических каких-то гимнастических возможностей. И совершенно не стоит задача сразу всех превратить в самбистов. Кто, конечно, захочет заниматься, для того уже есть там специализированные спортивные секции и так далее. А в школах это очень важный момент, это чтобы человек мог физически себя хорошо чувствовать, группироваться, вставать и возможность, что постоять за себя, за близкого, за слабого. С 1 по 5 класс школьники будут изучать гимнастические упражнения, а уже с 5 по 11 приемы и броски. Обучать их будут подготовленные специалисты, для которых также имеются базы для повышения квалификации. Дмитрий Гамбоев, Дмитрий Тарасов, Сергей Костенко. Новости дня.